Я перед вами выпила, если что вы хотите. Конечно, будет. Ого. 0,955 миллиграмм на литр. 0,950. То есть состояние алкогольного опьянения установлено. На северах губернии выбдили по наводке глазастого горожанина инспектора ДПС. Обезвредили бухую бесправную автоледи, молоденькую шатенку в очках, которая на японском кроссовере, виляя по дороге, мчалась с севера на юг в сторону Екатеринбурга. По людскому сигналу патрульный экипаж помчался во след засвеченному кроссоверу и на улице Атымской тормознул похожий по описаниям автомобиль. Инспектора деликатно вылущили из-за штурвала «Тойоты Вензы» 22-летнюю девицу. И в гаишном автомобиле предложили югорчанке дохнуть как следует в трубочку алкотестера. К чести бесправной пилотки она артачиться не стала, честно признала, что бухнула, и надышала в прибор 0,955 тысячных миллиграмма на литр хмельного выхлопа. В пересчете на внутренние жидкости это больше 2 промилле, или в 6 раз выше предельно допустимой погрешности алкотестера. По дамским меркам явный перебор. Хотя у бухой автоледи даже язык не заплетался. Вот что значит молодость. Даже на дне синюшкиного колодца юным созданием до поры до времени море по колено. На залетчицу составили протокол за пьяную бесправную рулежку, а ее кроссовер отправили на штрафстоянку. Зоркому северянину за усердие премия, конечно же, не светит, но он исполнил свой гражданский долг и, возможно, предотвратил большую беду на дороге.